Всем привет, ребята! С вами снова я, Зайка Вера, и мы с вами давно не лепили героев мультфильмов. И сегодня слепим Тимона из популярного мультфильма «Король Лев». Давайте смотреть, что у меня получится. И не забудь поставь лайк! Сегодня мы с вами слепим голову героя. Для этого нам понадобится складать из такого светло-коричневого пластилина шарик. Чуть-чуть надавим с двух сторон, чтобы у нас вот тут вот образовалось подобие щечек. Так. Затем нам нужно будет обозначить, где у него будет улыбка. Итак, с помощью стека мы наметим, где у него будет улыбка. Так. Затем с одной стороны мы поместим ему белый пластилин. Итак, будут видны, немножко видно зубки. И вот так. Затем обозначим место, где у него будут глазки. Возьмем более темный цвет. Затем снова немножко сделаем углубление. Так. Теперь возьмем белый и сделаем сами глаза. Черные маленькие зрачки. Теперь веки, такой более темный оттенок коричневого. Теперь мы делаем ему брови. И с другой стороны. Так, форма бровей придаст ему необходимую эмоцию. Он как бы так прищуривается. Затем мы возьмем нос. Так. С помощью стека сделаем разделение на зубы. Нижнюю часть нашей улыбки сделаем более светлой. И этот светлый цвет растянем чуть ниже, потому что середина и брюшко, и шея героя светлые. Собственно, и мы этого добиваемся. Так.
Затем мы возьмем красный цвет и сделаем ему прическу из такого вот жгутика. Как-нибудь их расположим интереснее. Затем нам нужно сделать ему уши. Берем вот такие вот две пластиночки. К ним прикрепим наш темный оттенок коричневого для века. Пик. И прикрепим наши уши, чтобы они были видны. Ну вот, голова героя готова.